Тебя вообще когда-либо волновало, что ты причина боли и страданий многих людей? Ты пришел ко мне за прощением, и уже не думаешь, что ты этого достоин. Я видел много таких, как ты, озлобленных, с черной душой, ищущих спасения от собственного чувства вины. Я знаю цену твоему раскаянию. Ты вовсе не сожалеешь. Ты боишься. Боишься, что все зло тобою когда-то содеянное вернется к тебе с новой силой. Ты не слушал нужды других, а значит, тебе не нужен слух. Ты не говорил ничего хорошего в своей жизни, значит, тебе не нужен голос. Я заберу их у тебя. Я не милосерден, как ты полагал. Я жесток и неумолим. Придя ко мне, ты сам приговорил себя к наказанию. Конечно, у тебя есть возможность выбраться из этого мира. Но сможешь ли ты себе это позволить? Как по мне, ты слишком слеп, чтобы идти на свет. Ты видишь? Это твои грехи, страдания, которые ты причинил другим. Они идут за тобой. Отныне твоя жизнь — это расплата. Расплата за каждое деяние и недеяние. За каждый неверный шаг. За каждое неверное слово. За каждый неверный поворот головы. За каждый неверный вдох. Я бы сказал, да поможет тебе Бог, но я не помогу. Спокойный, правда? Покажите ваш билет, пожалуйста. Спокойной дороги.
мужчина, вытрите скорее, пожалуйста! Свежие лица. Какой бурды вам намешать? Ха! Ой, не пейте то, что он мешает. Потом себя не помнишь, шатаешься по вагонам, тени странные мерещатся. Не слушайте эту глупую женщину. Дело не в моих коктейлях, а в том, что леди пьет, не зная меры. И большой совет. Не связывайтесь с этой женщиной. Сейчас вы обратили ее внимание на себя. А потом она прицепится так, что век не отцепишь. Фирменный ночной кошмар. Вот-вот, после твоей бурды только кошмары. Не обращайте внимания. Леди не нравится, что она не может уединиться со мной в каком-нибудь пустом купе, если вы понимаете, о чем я. Не больно-то и хотелось. Я Анька, а вы? Ладно, храни свои тайны. Вчера в последнем вагоне в одном из купе я потеряла куклу. Поможете, прекрасные дамы? Эти джентльмены не джентльмены. Может, вы не откажете? Вот, а я говорил. Я была пьяненькая. Притормози, браток, погодь. Как звать? Молодец. Занесло тебя, конечно. Занесло. И чего натворил? Ха, дурачка играешь. Молодец. Я-то, Игорь. За что? А не имеет значения больше. Важно, я выбрал тут остаться. Эй, бармен, две водки. Тут все застряли. Она не просто так пьет. Пока еще ей хочется, чтобы то, что она видит, было пьяной галлюцинацией. Тени ее грехов, рано или поздно, они ее настигнут. И меня настигнут, и тебя. Я смирился с этим, просто жду своего часа. Thank you.
делах, мой безымянный герой. Вы выполнили мою просьбу? Ах, спасибо вам, спасибо огромное. Вы не видели там девушку? Она так странно бежала, будто от кого-то.